Всем привет! Спасибо, что заглянули на мой канал. Сегодня в видео распаковка посылки с AliExpress, а в ней очень нужная мне вещь. Это держатель для телефона, который поможет мне в съемке видео. Упаковано хорошо, обернуто в пупырчатую пленочку, и сама коробка очень плотная. Рассматривала много разных держателей, и этот, на мой взгляд, для меня идеален. По мне, так он очень удобен. Но во всяком случае с моими задачами должен справиться. Вот на экране фирмы этого держателя. На коробке есть голографическая наклейка. Крепеж подходит для телефонов от 3,5 до 6 дюймов. Раздвигается крепление очень туго, поэтому телефон там держится очень крепко. Длина гибкой основы 72 сантиметра. Очень трудно сгибается, а значит выдержит вес любого телефона. Крепление к платформе на резьбе, поэтому держится основательно. В местах крепления к платформе мягкая прокладка. Возможно крепление к платформе до 8 сантиметров толщиной. Я очень рада этой покупке. Этот держатель будет незаменимый мой помощник. Ссылки на товар в инфобоксе. У продавца моего держателя товар не активен, но я нашла вам ссылку на него у другого продавца. Еще нашла ссылку на похожий держатель в магазине, где покупала свой. Спасибо, что посмотрели это видео. Думаю, оно будет многим полезно, видеоблогерам так точно. Держатель выпускается в двух цветах, это розовый и белый. Ставьте лайки, пишите вопросы в комментариях. А еще, пожалуйста, напишите, кто что использует для съемки. Может, и ваша информация будет полезна. Подписывайтесь на канал. И нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить следующее видео. Впереди еще много интересного. Всем пока, до новых встреч!